Вообще у нас с этой песней замечательная история связана, которая в Израиле произошла. Мы были на большом фестивале в Бардовском в Израиле, где собирается, ну, 2000 человек. Но это для маленькой страны, ну, просто гигантский фестиваль. Там вся страна собирается на этот фестиваль. Русскоговорящая. На треть. На треть. Значит, и мы поем песню «Как худо жить Марусе в городе Таруси». Вот мы доходим, а все подпевают, все сидят на поляне, 2000 человек подпевают, все знают слова. Вот, и мы доходим до слов: «Ох, как худо жить Марусе в городе Таруси, петухи одни да гуси». И тут мы замолкаем, и 2000 евреев: «Господи Иисус!» Замечательно. Было очень трогательно. Да, и дело это было в субботу.